Мегамен, 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 он же Рокмен. Одна из самых известных и долгоиграющих игровых серий на данный момент. За 30 лет ее существования в ней вышло не менее сотни игр, это включая всякие подсерии, спин-оффы и прочее. Вон там, кстати, одна классическая часть на подходе. Возможно, серия так бы не взлетела, не будь в ней хорошей графики, запоминающейся музыки и футуристичного сеттинга. Но как ни крути, все, что нужно делать в этих играх, это бегать, прыгать и стрелять. Не, ну там есть исключения, конечно, но не суть. Разумеется, многие считают такой геймплей примитивным, а серию однообразной. Но несмотря на это, она все равно обзавелась огромной армией фанатов. Ну и как вы могли догадаться, я один из ее адептов. А чего еще хочется фанатам Мегамена, кроме как бегать, прыгать и стрелять? Ну, наверное, бегать, прыгать и стрелять еще больше. И поэтому, когда официальных игр им становится мало... Да, представьте себе, такое бывает. Они создают свои. Сейчас существует уже несколько десятков таких фанатских проектов. Каким-то из них удалось выйти, какие-то еще в разработке. Ну а какие-то, к сожалению, не смогли пережить производственный ад и были отменены. Да. Так о чем это я? Ах, да. В этом видео я постараюсь рассмотреть некоторые, а возможно даже все известные мне на данный момент фанатские игры по Мегамену. Ну а точнее те, что достойны внимания. Намажьте чай, заварите бутеры и сядьте поудобнее. Игр будет много. Хотя ладно, чё я гоню, все я по-любому не потяну. Давайте хотя бы несколько обсудим, окей? Так, ну видимо самые первые фан-игры начали производить еще в 1995 году для консоли NES. И одна из них это Rockman X от некого Сашена. Видимо, француза. Своеобразное во Франции представление о Мегамене. Он тут не какой-то там боевой робот, а настоящий супергерой в костюме. Да еще и бумерангом кидается. Не слишком плохо, на коробках с оригинальными играми его изображали и похлеще. Так, надо посмотреть сюжет, а то что-то я его пропустил. Так, город Gotham City отмечал свое десятилетие перед тем, как дочь мэра, мисс Люси, похитил Паулинг. Банда Паулинга, которая затем захватила город и начала его саботировать, требуя 20 миллиардов долларов в качестве выкупа. Чё это за фигня? Какой еще Паулинг? Ну-ка, кто эту игру делал вообще, а? Чунанлинь? Супинчен? Ахиксу? Блеск! Я сказал блеск, это был, это не... Одной из самых ранних нормальных фанатских игр можно считать Rockman 7 FC. Ну да, конечно, это не самостоятельная фанатская игра, но зато это хороший ремейк Megaman 7 в 8-битном стиле. И как вы могли понять, он сделан в Японии. Визуально игру довольно сложно отличить от того же шестого Мегамена. 8-битный стиль тут передан просто замечательно, и все спрайты очень хорошо перерисованы. Музыка в формате чиптюна тоже, надо сказать, аранжирована на ура. При всем этом игра не забывает, что она все-таки тот же самый Мегамен 7. Уровни построены почти идентично оригиналу, и на них можно обнаружить те же самые фишки, только очень грамотно переработанные под 8-битный стиль. Мне тут особенно нравятся некоторые мини-боссы, например, вот этот. А после него сразу можно пойти жечь деревья, и господи, как же это офигенно смотрится в 8-битах. Кое-что тут, конечно, было вырезано. Тут нет вступительного уровня, уровня в музее, и все роботмастеры доступны сразу. То есть нет необходимости сначала побеждать одну четверку, а потом другую. Но как по мне, так даже лучше. Спустя пару лет вышел Rockman 8 FC, и это примерно то же самое, только с 8-м Мегаменом. Больше мне про данные ремейки сказать особо нечего, кроме разве что того, что они просто шикарные. Было очень прикольно сыграть в эти две игры по-новому. Или по-старому. Я не знаю. Кто-нибудь, сделайте такой ремейк Rockman & Forte. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Так, ну а вот у нас самостоятельная фан-игра. В 2000 лохматом году Эрик Рут подружился со знаменитым суперроботом Мегаменом. За несколько месяцев злой ученый доктор Вайли создал еще 8 робот-мастеров, с которыми он планировал поработить Эрика Рута и его превосходные навыки программирования. Теперь пришло время одной легендарной легенде спасти другую. Чё за тупорылый фанфик я сейчас прочитал? Речь про игру Мегамен Рокс от Эрика Рута, также известного как создателя одной из игр про Angry Video Game Nerd'а. Ну, той самой, где Нёрд типа разговаривал, но на самом деле нет. Хотя я тут проверил и... да. Конечно, видно, что автор пытался сделать игру по всем канонам. Те же 8 уровней роботмастеров, 4 уровня доктора Вайли, движок в принципе хороший, графика тоже ничего.
и вообще, казалось бы, все нормально, только все равно чувствуется, что что-то тут не так. На экране всегда явно больше цветов и движухи, чем должно быть. Музыка звучит... ну, короче, далеко от звукового чипа NES. Как-то даже слух режет, что ли. Иногда случаются довольно странные и порой очень даже неприятные баги. Например, вот на одном из уровней один враг пропадает просто так. Если вы при вертикальном скроллинге держите лево или право, Мегамен может просто напрочь забыть об этом. Это может привести к потере крутых бонусов или даже... ну, вы поняли. А, и да, вам не показалось, Мегамен тут действительно может приседать. Только смотрится это скорее так, как будто у него отвалилась голова и он держит ее в руках. И знаете ли, на боссах это довольно часто помогает. Даже кажется, как будто это немного по-читерски. Однако это фича, которую захотел вставить сам автор, так что почему бы нет. Даже учитывая все вышесказанное, перед нами вполне неплохая авторская игра по Мегамену, которую даже не грех заценить. Ну, возможно, заменив всю музыку на что-нибудь более приятное. В 2009 году, вскоре после релиза Mega Man 9, вышла еще вот такая игрушка, Mega Man Scramble. Никаких особо менюшек, только мы и Е-танк. Как вдруг... о. Так, ладно. Эй! Какого черта, он не реагирует на пули, э? Алло? Даже заряженный отбил? Да, по сути, вся игра в том, чтобы просто, минуя препятствия, убегать от непобедимой машины доктора Вайли. Кстати, стоит столкнуться с машиной, сесть на шипы или упасть в яму, и все придется начинать заново. Никаких чекпоинтов здесь нет. Однако вы не совсем беспомощны. В процессе вам будут помогать герои из других временных линий и вселенных. Вот, например, Икса толкнет машину и выиграет вам немного времени. Мегамен Эксе тоже ненадолго ее задержит. Мегамен Волнац побегает и постреляет с вами за компанию. А, не, он еще снесет машине пол лайфбара. Ну это уже что-то. Star Force Мегамен придет, чтобы расчистить путь. Ну а под конец соберется вся банда и добьет машину. Че, что там дружбы? Ну и собственно титры. Ну что сказать, старенькая милая флеш-игрушка, прохождение которой займет у вас не больше 5 минут. В лучшем случае. Хотя сайт с ней уже довольно давно лежит, но до нее можно добраться с помощью веб-архива. Я играл в эту игру, как только она вышла. Я помнил о ее существовании и сейчас еле ее нашел. И я очень рад, что мне удалось воскресить приятные воспоминания. Так, погодите-ка. Мегамен, Мегамен Эксе, Мегамен Волнат, Икс, Старфорс Мегамен. Так, где-то я уже все это видел, причем недавно. Окей, это странно. Но, наверное, самая известная фан-игра по Мегамену — это Мегамен Unlimited. И это тот еще долгострой. Настолько, что на ранних этапах разработки эта игра называлась не иначе, как Мегамен 10. Пришлось поменять название, когда вышла настоящая десятка. Сюжет у игры внезапно весьма интригующий. На безымянный город снова нападают роботы доктора Вайли, но сам доктор Вайли тут якобы ни при чем. О, какой поворот! Он даже предлагает свою помощь, чтобы решить это недоразумение. Вот это поворот! Но вдруг в лабораторию доктора Лайта врывается некто неизвестный и похищает Вайли. О, какой поворот! И Мегамен отправляется на поиски похитителя злого гения. Довольно неожиданный поворот, я бы сказал. Вот это поворот! 5 лет разработки и еще 1 год апдейтов не прошли даром. Перед нами фан-игра с хорошим управлением, красивой графикой, отменным дизайном уровней врагов и боссов, цепляющей 8-битной музыкой, ну и разумеется... в общем, все как надо. Очень порадовал секретный уровень, посвященный тем самым исчезающим блокам. Всеми любимым... наверное. А также целый секретный играбельный персонаж. О котором я, собственно, сказать не могу, потому что он секретный. Короче, очень классная игра. Если вам мало Мегаменов с 1 по 6 на NES, а также 9 и 10, то это то, что вам нужно. Но я совру, если скажу, что это единственная такая игра.
Спустя несколько месяцев вышла игра Mega Man Rock Force. Сюжет примерно такой. Вот уже долгое время город живет в мире, и о докторе Вайли ничего не слышно. Но Mega Man все равно собирает дружину из 8 знакомых роботов, так, на всякий случай. Этот отряд и называется Rock Force. Для их тренировки создают еще одного робота с высоким чувством справедливости, Justice Man. И в итоге тот самый всякий случай все-таки настает. 8 роботов по всему миру взбунтовались и сеют хаос и разрушение. Rock Force отправились нейтрализовать бунтарей, но никто из них так и не вернулся. И Mega Man берет эту миссию на себя. Что ж, звучит многообещающе. После небольшого вступительного уровня, как, например, в Mega Man 7, нас ждет уже привычная картина. Выбираем одного из 8 робот-мастеров и вперед. Уровни выполнены интересно и полны своих фишек, такие как, например, электризующиеся поверхности и вода, заражение вирусом, которое меняет вам управление, и представьте себе даже некое подобие эскорт-миссий. Но 8 роботмастерами игра не ограничивается. Перед замком главного злодея вам предстоит сразиться еще с 4 фьюжн-мастерами. Всего их 8, но да, на одно прохождение доступно лишь 4. Плюс 1 к реиграбельности, что ли? Кстати говоря, на данном этапе вам дадут поиграть за спасенных членов отряда Rock Force. Таким образом, у нас тут целых 9 играбельных персонажей. Не жирно ли? Но так или иначе, игра очень даже хороша и разнообразна, что не может не радовать. Двигаемся дальше. Знакомьтесь, Дэниел Р. Пейдж. Кандидат доктора философии, преподаватель высшей математики и теоретической информатики в Университете Западного Онтарио, а также большой любитель Мегамена. Ну кто бы мог подумать, а? В 2008 году Дэн начал разработку фан-игры Mega Man Eternal и в 2014 наконец-то ее выпустил. Так, 6 лет в разработке, создатель с ученой степенью по информатике. Что ж, это должна быть классная игра. Так, проблема номер раз. Арты в катсценах похожи на какие-то детские рисунки мелками, да еще и не обработанные. Вторая проблема раскрылась уже в опциях при настройке управления. Так, короче, А, Б... Лево, право, вверх, вниз, старт? Да, старт. Так, это что такое? Beat up? Ну ладно, select. Beat down? Так, а больше у меня кнопок-то и нету, собственно. Что делать-то? Ну ладно, иди сюда. В чем прикол, спросите вы? Да все просто. Бит — это птичка, которая должна сама нападать на врагов. Однако Дэниел, видимо, не смог это нормально запрограммировать и теперь заставляет нас использовать еще 4 дополнительных кнопки, чтобы им управлять. Ну или стик, кому как удобно. Че это за фигня? Я не хочу играть в Мегамена на гребаном дуалшоке. Ай, блин. Так, ладно, у нас похищают Раша. За ним вдогонку мчится Бас и... Эх, Дэнни, ну я же просил тебя, ну убери ты этот звук, он ужасно бесит. Как только начинаешь играть, понимаешь, что что-то тут не так. Mega Man тут прыгает, а особенно приземляется, как-то совершенно по-другому. Как будто он стал тяжелее. И еще, зацените его стойку. Классно, да? Еще Mega Man прекращает скользить, столкнувшись с обрывом, и это я уже никак не могу объяснить. Да и отдача при уроне у него работает как-то странно. Сам уровень, в общем-то, не особо сложный, пока не доходишь до босса. И вот тут уже начинаешь понимать все прелести данной игры. Например, при получении урона Mega Man теряет свой заряд. И я думаю, вы догадываетесь, как сильно все это усложнит в будущем. Однако даже с такой кривой механикой босс не очень сложный. Я завалил его со второго раза. Меню выбора уровня тут показывает боссов во всей своей красе. И хотя само оно выполнено довольно интересно, дизайны боссов... ну... средние. Видали получше, но видали и похуже. Ну чё, как мы поплавали? Актуальный юмор. Короче, пройдемся по уровням. Нет, извините, к такому я был совсем не рэди. Ах ты ж, ёкаламане. Нет, блин! Ладно, сам уровень помимо этого места вроде бы нормальный, но вот босс... ну как бы это сказать, он ведет себя так, как будто у него 4 модели поведения, которые он меняет как хочет. От его атак очень сложно увернуться, вот особенно вот от этой. Свои фаерболы он пускает с просто рандомной скоростью и траекторией. Короче, на нем я полностью слился.
Уровень с электричеством встречает нас летящими повсюду искрами и... вот этим снайпером Джо, которого я не могу понять, как нормально убивать. Дальше нас знакомят с переключающимися полами, и я, еще не успев понять, как они работают, тут же упал в яму. После этой комнаты был мини-босс, который оказался последним, что я видел на этом уровне. Дальше. Да, цветочкам в этой игре тоже верить нельзя. У, уровень на горках! А прессы, которые каждый раз движутся по-разному, это вообще нормально? Короче, я даже не знаю, что еще сказать про эту игру. Музыка и графика очень хороши, я даже не знаю, к чему придраться, но сама игра... кривая. Просто кривая. Так и не доработав основную механику до блеска, автор попытался еще усложнить игру, добавив в нее кучу разных ловушек, которые могли бы работать нормально, если бы управление тоже работало нормально. Но, к сожалению, имеем, что имеем. Можете и поиграть, но на свой страх и риск, честно. А вот я лично разочарован. Также весьма неоднозначное чувство у меня к игре Mega Man Revolution. По сюжету все как обычно. Мир, покой, взрывы, доктор Вайли, новая вундервафля, Mega Man, пойди разберись. Но там еще новый добрый доктор и Бас негодует. О, как негодует, оу. Собственно, за него нам тоже предлагают поиграть. Выбор уровня сделан в виде карты мира, что немножко напоминает Street Fighter, но лично мне понравилось. А зайдя в лабораторию, можно увидеть, как доктор Лайт и новый доктор Эмир играют в самую лучшую игру 2000 лохматого года. Понг. Что до самой игры, визуально она вполне неплоха. Музыка, конечно, не очень, на уровне Mega Man Rocks, я бы сказал. Но самое главное — движок. Он хорош, прям реально хорош, я вот чувствую, что играю в Mega Man, а не черт пойми во что. Как, например, было в Этернале. Про всякие прикольные фишки уровней тоже не забыли. Вот, например, жаркая комната, где нужно добраться до холодильника, чтобы охладить свое тело. А если не успеете, пеняйте на себя. Или вот лазеры смерти, которые постоянно следуют за вами. Довольно прикольно, согласитесь. С таким управлением это, по крайней мере, кажется честным. Блин. Алгоритмы боссов тоже радуют своей оригинальностью и работоспособностью. С ними реально интересно и весело драться. И разрази меня, Thunder Beam. Бит здесь работает более-менее правильно. На, выкуси, Дэниел, у тебя нет оправдания, понял? По заявлению автора, игра является незавершенной, а исходник утерянным. Но несмотря на это, в ней есть 18 полноценных уровней и даже концовка. Да, конечно, не все так гладко. Некоторые комнаты могут показаться слишком пустыми. Но по большей части, все, что есть в этой игре, работает как надо. Потенциал явно есть. Один разработчик не мог этого не заметить и даже начал делать ремейк этой игры с лучшей графикой, музыкой и геймплеем. Но, к сожалению, от него уже ничего не слышно года два. Что ж, как говорится... ждем-с. Чё-то как-то грустно получается, надо бы заканчивать видео на положительной ноте. И кажется, я знаю одну игру, которая отлично для этого подойдет. Mega Man Super Fighting Robots. И да, подзаголовок взят из того странного мультика из 90-х, но к счастью, игра не имеет к нему никакого отношения. Come on, it's time to blast to the past. Сюжет очень напоминает пятого Мегамена. На этот раз Протомен слетел с катушек, поднял восстание роботов и держит доктора Вайли в заложниках в его собственном замке. Но мы-то с вами знаем, как все на самом деле, да? Мы же не тупые, да? Лично мне кажется, что эта игра лучшая из своего калибра. Движок точно повторяет физику оригинальных игр, уровни красивые, интересны и в меру сложны, на них очень много прикольных фишек. Вот, например, вот эти искры. Я люблю, когда игры заставляют меня смотреть по сторонам, а не только туда, куда я иду. Боссы даже немного забавны. I'm the trash man. I eat garbage. Правда, они все равно заставляют попотеть, если у вас нет нужного оружия. Ну а музыка просто шикарна. Больше всего это ощущение темы Визардмена. Она навевает ностальгию и очень хорошо подходит уровню.
Если игра покажется слишком сложной, можно поднакопить болтов и купить апгрейдов. С их помощью можно получать меньше урона, быстрее бегать, выше прыгать и быстрее заряжать свой бластер. А при полной экипировке вы станете почти неуязвимым. Кстати, о сложности. В игре целых 5 ее режимов, плюс один секретный. Они влияют на количество чекпоинтов, получаемые наносимый урон и многое другое. И даже после прохождения игры на всех сложностях вас ждет приятный бонус. Это 5 безумных битв с боссами, из которых трое вообще из других игровых вселенных. А остальные двое так вообще сущий ад. Короче говоря, Mega Man Unlimited был хорош, но вот Super Fighting Robot — это однозначный must-have. Если вы фанат Mega Man, мимо этой игры пройти просто нельзя. Что ж, на этом, пожалуй, пока хватит. Разумеется, это не все интересные фан-игры, но не переживайте, мы еще вернемся к нашему синему бомберу. Впереди у нас еще много интересного. Это и игры-кроссоверы, и игры-пародии, и всяческие босс-раши и прочее. Поэтому как минимум на пару-тройку новых видеоматериала наберется. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы открыли для себя несколько новых интересных игр. Не скупитесь на лайки, подписывайтесь, комментируйте, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте, приходите на стримы. И не забывайте подписаться на мой канал с озвучкой, если еще этого не сделали. А также можете поддержать выход новых видео материально, реквизиты в описании. Ну это, если очень хочется. Всем спасибо и... to be continued.